Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Метро. Заказываю я Метро через Сбермаркет. У меня у самой нету, и у меня ни у кого знакомых нет вот этой проходки, которую можно пройти в Метро. Поэтому для меня заказ... Так, это у меня кот. Поэтому для меня заказ через Сбермаркет вообще супер. Некоторые товары в Метро реально дешевле, в особенности в больших объемах, если покупать большими упаковками. Это удобно и дешевле получается. Но прежде чем показать, я хочу сказать еще раз, я надеюсь, что меня услышат. Я покупаю то, что считаю нужным для своей семьи на деньги своей семьи. Точнее, на деньги, заработанные моим мужем. И покупаю то, что необходимо мне, моему мужу, то, что мы хотим есть и так далее. Я надеюсь, что я буду услышана, и в каждом видео я об этом говорить не буду, потому что, ну, вот. Также я снимаю это видео, эти видео, да, подобные, уже много лет, и чек у меня всегда в конце видео. Чек достаточно понятный, он медленно... проходит по экрану, я бы так это назвала, и многим очень удобно смотреть именно в таком формате. Я не озвучиваю цены, чек с ценами в конце видео, где вы можете посмотреть и сумму покупки, и все. В общем, я надеюсь, что меня услышали. Всем огромное спасибо. Ну и давайте покажу закупку. Так, мои проверяльщики на месте, все проверили. Один уже заснул. Это у него там... какая-то смола, грязь. Грязь, Бона, надо вымыться. Слышала? Надо помыться. В общем, вот такая закупка у меня получилась. Давайте я начну все-таки вот вообще с овощей, потому что у меня их здесь немного. У меня купила здесь свеклу свою. Я сажала немного в этом году свеклу, и она у меня не очень хорошая уродилась, поэтому она у меня уже давно съедена. Помидоры, огурцы, парник уже все, теплица точнее. Ну и здесь много всего. В основном такое для школы. Я почему даю детям с собой? Потому что у нас невкусно кормят в школе. Я не знаю, в Санкт-Петербурге хоть в какой-то школе кого-нибудь вкусно кормят. Я таких отзывов не слышала. Мои, конечно, могут пойти там купить булочку какую-то, но из булочек это пицца или сосиска в тесте. Ну, тоже надъедает, поэтому я даю еще с собой различный перекус. Я забираю во вторник и четверг детей в 4 часа дня. То есть они у меня в 8 уезжают из дома, и в 4 я их забираю, потому что у них дополнительные занятия различные проходят в школе. Вот, значит, купила упаковку соков. Я хотела купить упаковку «Сок добрый», но мне девушка позвонила. Кстати, позвонила она 7:30, я заказ делала вчера. Привезли мне сегодня утром, вот 11 часов, 11:30 мне уже привезли. Позвонила 7:30, но я в это время уже не сплю, потому что мои собираются в школу, садик. Вот, в общем, заменили на фрутоняня яблочный. Он даже получился подешевле, но... ничего страшного, да? Сок, он и в Африке сок. Также я даю детям, когда они у меня остаются вторник и четверг до 4 часов, я даю им еще вот такой вот такую водичку. То есть сок и водичку, и обычную воду я еще наливаю им в... как его называют? Ну, в такие у них есть, в общем, бутылки, да? Потому что у них еще вторник и четверг у обоих физкультура, поэтому там вообще это ужас. Вот как пить хочется после физкультуры. Хочу вам посоветовать вот такие лимонады. Я бы даже сказала, что это газированный сок. Очень вкусно. У меня как-то покупал их муж. Я увидела в Метро и заказала. Это производство Москва. Московская какая-то пивоварня. Это просто вкусно. Мне нравится вот это манго-кокос. Обалденный лимонадик. Вот я купила по 4 штучки каждого вкуса. Вот этот вкус арбуз нравится моим детям. А мужу моему очень понравился вот такой грейпфрукт. Гибискус. Очень вкусно. Ну, в общем, баловство, да? Но купила. Так, лимонад еще взяла. И вот такое кофе. Оно было на акции 1000 с чем-то, по-моему, рублей. Сейчас кофе, в принципе, подорожало. Кофе в зернах, килограмм. Ну, попробуем. Единственное, что это крепкий кофе. Так, немножко мяса купила. Упаковка 2,477.
килограмма, это бедра куриные. Получается дешевле, чем где-либо, вот такими большими упаковками. Но вот такие большие упаковки часто пропадают. То есть бывает так, что я заказываю, мне звонят и говорят, извините, уже нет. Вот такое тоже бывает. Ну, это я уже до кучи купила бекончик, тоже что-нибудь запеку. Может, с курочкой, знаете, вот так обмотаю я, по крайней мере, когда заказывала, думала, ну, а внутри какой-нибудь сыр, сверху так обмотать и в духовочку, да, вообще супер. Пепперони. Очень мы любим, я уже говорила, замораживаю, потом куда-то добавлять. Даже вот я тушила картошечку, добавила туда мелко нарезанную пепперони, и просто получилось обалденно вкусно. Вот такие сосиски любит у меня муж с горчицей, ему купила, тоже увидела ядрёна копоть. Очень вкусные. И сардельки еще вот такие дымов. Также я купила вот такие чебупели, две упаковки, это любит мой муж, я уже говорила много раз, наггетсы, тоже две упаковки. Несмотря на то, что я наггетсы делаю также сама, я еще и покупаю их. Купила тесто, вот такое мастер-шеф, вот это, метро-шеф, да, я не пробовала, 2 килограмма, слоеное, бездрожжевое. Не пробовала это тесто, но, в общем, решила на пробу попробовать. Также, здесь у меня, смотрите, попкорн куриный. Я подумала, что моим мужчинам очень понравится такая вещь. Ну, в общем, решила взять, попробовать. И вот такие мини-круассаны. Несмотря на то, что я сама пеку тоже из слоеного теста всякие разные булочки, еще решила вот такие вот, это замороженные мини-круассаны. Одну упаковку взяла попробовать. Здесь 500 грамм у нас получается. Так, и смотрите, что я еще заказала, девочки. Это же кошмар просто. Это кошмар. Я не знаю, что с этим делать. Это замороженные пончики, упаковка. Они есть разных вкусов. Я взяла, не помню какой. Не буду тут уже переворачивать. В общем, видите, там с каким-то внутри кремом. Можно хранить в морозилке. Захотела что-то вкусненького. Достали одну штучку, съели. Красота. Да, разморозили. Супер. Ну, это так, это ладно. Так, дальше у меня здесь тоже, слушайте, никогда не видела вообще, кто знает, может быть, напишет мне, в каком отделе такие, наверное, в детском отделе такие продаются кукурузные палочки, яблоко-клубника, вот это фрутоняня, своим мальчишкам тоже вот так давать в школу, в общем, взяла две упаковки на пробу, понравится им или нет, вот такие. Так, здесь у меня сметанный майонез и кетчуп, большие упаковочки. Также кукурузные палочки с бананом, тоже в магазинах не видела такие. Я им набираю, у меня контейнеры такие, я набираю там кукурузные палочки, печенье какое-нибудь и отдельно контейнер, там какие-нибудь фрукты, орешки и так далее. Крендельки вот такие соленые взяла. Вот такое, не поняла, что это такое, а какие-то хрустящие колесики. Вот, с шоколадом тоже им с собой. Также взяла булгур. Давно я его не покупала. И купила вот такое сухое молоко. У меня же есть хлебопечка. Я пеку теперь хлеб. Вот, но в многих рецептах столкнулась с тем, что нужно добавлять сухое молоко. Вот кто знает, можно ли, если выпекать хлеб в хлебопечке, заменить сухое молоко на обычное молоко. Но я решила взять все-таки упаковку, но буду ждать комментариев. Кто знает, можно ли заменить. Я думаю, что можно, я так предполагаю. Но, в общем, на всякий случай решила взять. Также у меня здесь дрожжи вот эти «Сафмомент». И ванилин с разрыхлителем, по-моему, у меня здесь, да, ванилин с разрыхлителем, такой пакетики. Также печенье тоже все это в запасы, вот такие какие-то вафельные рулетики, юбилейная маленькая упаковочка, ну, видите, такие разнообразные я, вот такой Мария, а это, ну, домой вкусненько, смотрите, какое вкусное печенье, ну, на вид, по крайней мере, очень вкусное. Слушайте, и еще мне в подарок дали упаковку кофе. Девочки, это вообще так приятно, вы себе не представляете. Здесь рукой подписано, смотрите. Спасибо за заказ, вам подарок, хорошего дня. Очень приятно вот это вот. Надо тоже сейчас зайти, может быть, какой-то отзыв оставить на Сбермаркете. Супер. И еще промокод со скидкой 300 рублей. Смотрите, птицы на юг, а мы к вам. Очень приятно. Упаковка кофе в зернах 230 грамм. На самом деле такая упаковка рублей сейчас 400-500 стоит. Так что супер. Спасибо огромное Сбермаркету. В общем, вот такие вот у меня покупки. Вот. Ну вот это огонь, девочки, скажите. Вот это же вообще нечто. Слушайте, не могу, сейчас попробую один. В общем,
все такое нужное заказала. И давайте покажу чек.